Здравствуйте. Сейчас прохожу несложное упражнение для бедер. Как вы знаете, я всегда стремлюсь к тому, чтобы показывать упражнения, которые не могут принести какого-то вреда. Люди часто делают какие-то упражнения, начинают делать, когда уже у них есть травмы или еще что-то, восстанавливают свои функции двигательные. Это упражнение повредить не может никак, но очень хорошо продействует на наш тазобедренный сустав. Вот мы прогулялись, походили, идем где-то, остановились и начинаем делать вот такие вот движения. Видите? Очень простые. Ручки расслабленные. И вот так мы делаем. Мы делаем так сейчас просто, чтобы легко и свободно, чтобы прочувствовать это движение. Мы чувствуем, как у нас поворачивается здесь, как работают здесь сухожилия наши, связки, бедро и руки. Руки двигаются, позвоночник поворачивается. И вот так мы делаем. И понемножку, понемножку усиливаем движение. Делаем более и более сильное такое. И немножко наклоняемся. Наклоняемся не спеша, чтобы мы знали, что мы делаем полное вот это вот хорошее такое движение с чувством. Бедра вот так свободно у нас, видите, двигаются. И мы так вот наклоняемся. Головой крутить не надо, просто ровненько ее держите. И оно, несмотря на свою простоту, оно не такое уж и простое. Вы увидите, что вы можете почувствовать, что где-то есть боль. Значит, так вот сконцентрируйтесь на этом. Если она есть, конечно. Может быть, вы гибкий и растянутый, и вас ничего не тревожит. Зато проверитесь. Видите, мы поворачиваемся вместе. Позвоночник у нас крутится вот так. Видите, раз. Ну, не сильно, у нас не такой поворот, а именно вот такая ручка у нас за счет руки. Протягиваем ее. И, видите, уже стало тепло в спине. Вот это у нас все время двигается вот так. Видите, вот так. Делаем. Повернулись сюда, к этой ножке. И чувствуем свое тело. Вот это не забываем. Вот это у нас все время крутится. Двигается тазобедренный сустав. Возвращаемся в середину. И забываем про наши руки, контролируем все тело и в другую сторону поворачиваемся. Мы не столько поворачиваемся, сколько такой акцент делаем. Ведь нет такого сильного уж поворота. Ну, к этой ноге мы уже делаем. И здесь все время двигаем. Двигаем вот так. Таз. Расшевеливаем его. Так, не делайте каких-то пределов. Это именно вот такое движение, возвращаемся в середину, именно такое движение, которое дает нам такую гибкость и мягкость, как бы. И так вот потихонечку поднимаемся. Не забываем, что мы вот это все время крутим вот так.
Тю-тю-тю, уже ручки. Ручки на животик стали, отдохнули. Вообще, если руки на животе, это очень хорошо. Вы чувствуете свое дыхание, подровнялись вот так, подтянули его. Трогайте себя, всегда везде себя трогайте. Разминайте пальцы, руки. Здесь, сейчас вы это поделали, подровняли спинку, взяли за живот, так положили ручки. Спокойно дышим, вдыхаем, расслабили живот. Это у европейцев везде считается, что должен быть квадрат, и в пресс должен быть квадрат, и думают, что это... У Китая, в китайской медицине, например, наоборот, живот должен быть кругленький, красивый. Но он от этого не становится слабее. На самом деле он гораздо сильнее и выносливее, чем живот, который весь в квадратах у нас, который предназначен там для единоборств каких-нибудь. Китайцы такие же самые единоборства. Но живот у них вот такой кругленький за счет внутренней силы. И вот мы сейчас поставили сюда ручки и прочувствовали нашу внутреннюю силу. Видите, выровнялись, подышали. Это было упражнение простое, казалось бы, но очень действенное. Вы хорошо себя прочувствовали. И когда попозже вы попробуете повторить, то вы поймете пользу. Первый раз, может быть, будет непонятно. И продолжение такое. Мы вот так вот вытянемся и вот так сядем. Вытянулись и сели. И сделаем так, допустим, 12 раз. Хорошо? И делаем. Вытянулись. Так, сейчас. Вытянулись и сели. Вытянулись, сели. Не надо прогиб назад. Нам нужно просто вот так подтянуться и упасть вот так. Подтянуться и упасть. Здесь вот так поровнее, не сгибаться. Вот так. На пяточки прям так, раз. Вдохнули и упали. Упали, расслабились совсем. Ну, ноги, естественно, нас держат, но руки, плечи расслаблены. Я шумно вдохнул, чтобы вы почувствовали. Вот так. И теперь опять так же. Встали. Положили ручки на животик и спокойно дышим. В этих упражнениях, когда мы так поднимаемся, еще что-то делаем силовое, нужно стараться не закрепощаться вот так. Когда закрепощаешься, получается, вы как бы тянетесь вверх, а другие мышцы напрягаются и тянут вниз. Стараться это делать вот так, стремите, вот так раз. Если мы идем вверх, значит вверх. Если вниз, то вниз. Вот так. И теперь стоим, дышим. Отдышались. Вспомнили, что мы делали, как было. Кстати, когда вы делаете упражнение, завтра не исходите из опыта сегодняшнего. Не нужно помнить о том, что вот... Вчера я делал так, и было так-то. Нужно каждый день, когда вы делаете упражнения, стремиться к такому, как будто вы делаете это в первый раз. Нет такого опыта, что я вчера делал, и у меня там что-то заболело. Забудьте об этом. Делайте так, как будто вы делаете это в первый раз. А мышечная память, она сама помнит, что было и как все происходило. А в голове у вас мы делаем это в первый раз. Вот так. Делайте, занимайтесь, будьте здоровы. До новых встреч!